Всем привет, с вами Амир Гумеров, и сегодня у нас на фотосессии Кристина Дорохова. Всем привет! Кристина занимается у нас эстетической гимнастикой, вокалом, и хожу в музыкальную школу. Хожу? Просто ходишь? Ничем там не занимаешься? На фортепиано играю. На пианине играет? На белых тетюрных кнопочках? Да. Круто умеешь играть на пианине? Уже в 5 классе. Умеешь играть? Запутал. Ладно, смотрите. Так, молодец, Кристина. Так. Тебе на кухне не понять, где мы добавлены. Так. Да. Да. Угу. Молодец. Да. Хорошо. Кристина, вот у тебя кудряшки, а если они у тебя будут как девочку из... Из банка. Скинь волосы с одной стороны кудряшки на другую, да. Наоборот, на другую сторону, на ту, которая в пенечке. А то у тебя получается, что все лицо в пенечке, и у тебя волосы как у девочки скрипа. Во! Руку туда убери. Да. Хорошо. Да. Подождите, дайте я попробую. Тут здесь пробор остался, а кудри куда надо не легли. Подожди, это сюда. Там. Это туда. Готово? Да. Поехали. Чё? Прыжки, движения. Нет, это не надо. Просто движения, просто прыжки. У нас уже можно сказать. Это танцы. Да. Погоди. На другую сторону, да?